Выборгский маньяк, который несколько недель держал в страхе приграничный город, ждет приговора за решеткой. Расследование его дела окончено. Год назад стало известно о первых жертвах. Одну обвиняемый в надругательстве над несовершеннолетними подкараулил на острове Твердыш. Через несколько дней напал на вторую девочку. Злодей надевал маску, поджидал школьниц в пустынных местах вечером. Когда ребенок приближался, хватал и тащил его в сторону от дороги. В полицию обратились родители двух пострадавших. Следствием установлено, что в апреле 2021 года обвиняемый, находясь на острове Твердыш, а в городе Выборг Ленинградской области, совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В настоящее время по уголовному делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем оно направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.